заходить за сметаной. Поэтому буду позориться без сметаны. У меня есть огонек. Огонек или по-разному называют, короче. Паркан. Паркан полотенце на моей щите. У меня есть в кружке. Полная кружка. Сразу же предупреждаю, наступает такой момент ASMR-митингов в моей карьере. Такой момент, что я буду мало говорить, буду много чавкать, пережевывать тщательно и чавкать. Огонек. Раньше мы называли это огонек. Именно с детства. Еще хреновина. Хреновина. В магазинах название хренатер. Хренатер.
очень остро. Мне кажется, меня изжога замучает. Мне нужен кефир. За сметаной не сходил, придется все равно идти за кефиром.
собирать, либо самому делать, либо с рук, кастомный. Я забыл лампу включить. Да почему я такой рассеянный? Ну почему? Капец. Нормально поесть хоть раз, блин, то есть, ну, короче, чтобы я мог нормально есть, чтобы мне не обращать внимания, потому что очень сразу, ну, неприятно, болезненно, когда вот это забивается тут даже между коронкой и зубом, блин, капец, как неприятно. Там вот уже ноет, я уже нажевал, надавил, это все обламывает вообще. Спасибо всем.